Сегодня 10 марта 2017 года, температура на улице плюс 7 градусов. Хочу пересадить отводок. Поздний, матка облетывалась в сентябре, в другой корпус и перевести на теплый занос. Подставил две кормовые рамочки рутовские с медом и пергой. Расплод и сев, маленькие пятачки на двух рамках. Это говорит о том, что матка есть.